Решение о переезде детской поликлиники приняли в конце лета прошлого года после того, как закрыли периметр монастыря. Тогда администрация больницы разработала план мероприятий по переводу приема детей на Октябрьский проспект. За это время специалисты подготовили все необходимые документы и провели ремонт. Здесь будут осуществлять прием участковые врачи-педиатры на 6 педиатрических участках, которые у нас организованы с 6 февраля 2019 года с численностью прикрепленного населения 7321 ребенок на 1 января. Клиника будет работать с 7 до 20 часов по будням. Врачи будут принимать в разные смены утром, днем и вечером для того, чтобы развести потоки детей. Кроме кабинетов участковых врачей и педиатров будет работать кабинет приема внеплановых пациентов. То есть те пациенты, которые по факту обращения захотели вот прийти, потому что у него кашель, там, допустим, головная боль, боль в горле. То есть вызвать по этой причине без температуры, особенно подростку, не приветствуется. И есть возможность показаться медицинскому сотруднику в кабинете приема внеплановых пациентов. В кабинете будут принимать фельдшеры. Также организован кабинет доврачебного приема для того, чтобы оформить санаторно-курортную карту, документы на госпитализацию, выдать бланки на исследования. Откроется процедурный кабинет для забора капиллярной и венозной крови. Возобновит работу гидрозал, где детям с различными нарушениями будут проводить водные процедуры. По электролечению, которое здесь было раньше, мы планируем, но не в ближайшее время, потому что этот кабинет требует косметического ремонта. И хочу сказать, что вся база электролечения такая современная находится на Курчатово. Если вы там были, там все виды магнита, электролечения. Чтобы чем-то занять детей в очереди к врачу, в холле поставили телевизор и оборудовали небольшой игровой уголок. Планируется, что поликлиника переезжает на Октябрьский проспект только на 2 года. Затем врачи переведут в новое здание, которое построят в районе школы номер 7. Сегодня уже разыгран конкурс, определилась подрядная организация и уже имеется вся проектная документация. Сейчас готовится рабочая документация. И уже в весной этого года начнется подготовка площадки под строительство. Я думаю, что летом начнется само строительство, ну и сдача новой детской поликлиники предполагается на декабрь 2021 года. То есть менее чем через 2 года она должна быть запущена. Позвонить в поликлинику на Октябрьском проспекте можно будет по тем же номерам, что и в здании на проспекте Мира. Вызов врача и регистратура 77100 и 77101. Екатерина Апенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.